Всем привет! Это продолжение предыдущих роликов, завершающий этап в ванной комнате, пятая часть. На первую, вторую, третью, четвертую часть я оставлю ссылку в описании видео. Установили мраморную плиту на ванну, она же идет как столешница, одним целым. Здесь она заканчивается. Как вы видите, все четко подогнано. Здесь у нас будет раковина, и сверху столешницы будет установлена вот такая вот чаша. Вот таким вот образом была установлена мраморная плита. Все четко подогнано. Между плитой и плиткой будем класть продолжение плитки. Между аркой и стеной будет подсветка. Ну а здесь будем производить монтаж декора. Далее мы снимем точный размер для точной подрезки к ванне. И перенесем его на плитку. После чего режем заготовку. После того, как все подогнали, произведем укладку всех подрезок. Последний ряд нам не пришлось резать, так как мы все четко рассчитали.
Далее произведем установку колонн.
После того, как установили колонны, произведем монтаж декора. В принципе, мы завершили все работы в ванной. Единственное, что нам осталось, это затереть эпоксидной затиркой. Но это вы увидите в следующей завершающей части. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.